Часть 41. Никогда. В игру нужно играть в полном одиночестве и при температуре ниже 1 градуса. Рекомендуется надеть пальто или другую теплую одежду. Когда подходящее для игры место найдено, ты должен сесть, скрестив ноги и лицом на север. Неподвижно сиди в этой позе 8 минут. Если ничего не произошло, нужно встать и уйти от этого места не менее чем на 1.5 километра. Ты проиграл. Если ты слышишь голос, шепчущий твое имя, встань и скажи: «Я здесь». Голос снова начнет шептать и спросит, каково твое самое сокровенное желание. Не отвечай. Если ты ответишь, то названное желание будет исполнено, но цена этого будет непомерно высока. Через минуту голос спросит, каков твой глубочайший страх. Ответь на это: «Я не хочу, чтобы такое когда-либо произошло». Затем сядь обратно и закрой глаза. Ты почувствуешь тепло, затем холод. Подожди, пока это пройдет. Затем вставай и уходи за 3 километра от этого места. Если ты придерживался правил, то, чего ты боишься больше всего, никогда не произойдет. Игра окончена. Ты победил.